Всем привет! С вами Шмагнат, и мы сегодня поиграем в Fail Seal, точнее продолжим играть. Это будет вторая серия у нас по данной игре. И, насколько я помню, мы в Эластере послушали не очень хорошие новости и... Мы настоятельно рекомендуем вам посетить гильдию. Для этого укажите город Эластер на карте мира. Затем выберите команду гильдии. Перейдите в гильдию, нажмите союзник. А, то есть в Эластере мы тоже можем в гильдии. Смотри, в Эластере тоже есть гильдия. Я не знал, я думал только в первом городе. Капитан Кири, что угодно. Обнулить уровень, изменить облик, нанять. 500 золота, наемник, уровень 1. Уровень 2. Я только могу второго уровня, да, могу? Подожди, класс наемник, плут, врачеватель, маг. Или просто... А плут? Плут это что он делает? Плут. Случайный выбор. О! А, тут смотри, тут... О, вот этот пусть будет, мне нравится. Плут. А плут, это что такое плут? Подожди, давай посмотрим. А можно посмотреть класс-то? Посмотреть список, space. Плут. У него 88, он скоростной, да? Он скоростной, у него сопротивления почему нет? Маг, может еще одного... Не, давай, ладно, плута тогда, да? Да, так. Изменить облик? А, мне не нужен облик-то, подожди. А как мне... А подожди, а как мне... А как мне... А как мне... Не, не то, назад. Обнулить уровень. Так, выйти, подожди. А, вот, в магазин, пойдем в магазин. А, вот, ты... Давайте подберем для вас снаряжение, давай. Продать. Я же могу что-то продать. У меня есть какой-то молот, да? Все, что у меня есть. Нет, есть короткий меч, кинжал, топор, жалость. А, то есть это у меня все, что есть на моих персонажиков. Подожди. Нет, купить. Плуг. Цена 325. Орудие крестьянского труда, на которое настоящие воины смотрятся высока. Критическая атака наносит на 25% больше урон. Молот есть, короткий меч. Кинжалище, топорище, копьёшище, булавище, терминальная рапира, жезл, деревянный посох, кремниевое ружье, короткий лук, арбалет. А что мы можем с рапирой сделать? Подожди. А, вот плут неизвестный. Это нужно врачевателю. Плут тоже может булаву фигачить, да? Копье может. Кинжал. Так. И плуг. Ну давай плуг возьмем, хорошо. Все, да? Как выйти? А, вот так выйти, все. А, примерить и купить, может быть, надо было. Подожди, меню войск. Меню войск. Так, ты, братан, снаряжение. Тяжелое. А здесь можно изменить снаряжение бойца, у каждого, бля-бля-бля-бля. Так. Одежда. Меховая шапка. Я снаряжение уже испытываю купиться. Подожди, я ж купил этот, нет? Извиняюсь. Тут... подожди. А, у него одежда путешественника есть, либо что? А, все. Подожди, я же покупал этот, нет? Снаряжение, снаряга, подожди. Венец или деревянный полос. Ага.
А, наверное, ему, либо кому-то, короче, отдали мы, что ли, не понял. Джезл или на халат. Да, что, есть снаряги. Молот. Старый звезд шлем. У тебя одежда, потайной тайной нож. Так, хорошо. У тебя снаряга. Топор, щит, шапка, одежда. И старые доспехи. Старые доспехи, они покруче, да? Нет. Да, защита получше. А, они уже носятся. Все, я понял. Все, мы, короче, все одеты, типа, да? Все, мы все одеты, и тогда валим. Так, перекресток, лесная дорога, погнали. Там тоже будут сейчас бои, боевки. Боевки, боевки нам нужны. Или не нужны, не знаю. Так, похоже, предчувствия меня не обманули, проблем нас нашли. Скорее, мы сами пошли их искать. Если я пойду искать проблемы, она будет, ну, серьезнее, чем от компании. Логично. Так. Босс, эти путники один в один подходят под описание, которое дал тот надутый лорд. Да, вижу, а теперь заткнись, говорить буду я. Эй, это ты, страж Кири? Да, у тебя ко мне дел. Если оно не слишком срочно, ступай в ближайший капитул и расскажи все там. Так будет лучше, клянусь. О, нет, боюсь, что так не пойдет. Видишь ли, мы ждали именно тебя. Подожди, кажется, я поняла. Альфонс хочет, чтобы вы раз и навсегда разобрались с девкой или что-то в этом роде. Требует, чтобы вы ничего не напортачили. Но я как же? Босс, тот лорд предупреждал, что они коварные. Коварные. Тьфу, не понимаю, откуда ты узнал, что мы охотимся именно за вами? Но дело это не меняет. Во-первых, нас больше. А во-вторых, мы опытнее в грязных делах. Не то, что вы лакеи бессмертны. Вы знаете, что делать? Убить их всех. Победить всех врагов. А что там? Ага, так, хорошечно. А я должен всех разместить, ёлки. Так, все? Начало боя, да, давай. Какой? Ну ладно. Нет. Какой у меня травмированный? Где он? Да забей, погнали. Да, хорошо. Начать. А почему? Как мне травмировать-то? Нет. На этой карте есть сундук с сокровищами. В сундуках могут лежать самые разные вещи, в том числе снаряжение, компоненты, устройства и значки. Чтобы открыть сундук, один из ваших ботёв должен встать рядом с ним и выполнить команду открыть, которая появится в списке действий. Не волнуйся, если к концу боя вы не успеете добраться до сокровища, они останутся на месте до следующего раза. Хорошо. На некоторых что-то... что? О, а это что? Обычно до них сложнее добраться, возможно, для этого даже понадобится особые способности или снаряг. В таких сундуках лежат более качественные, а то уникальные вещи. Опа, нихер. Опа, нихера, слышь, а там у них есть, смотри. Ройнер, предмет, камень. Я не могу, почему? Потому что... Ну-то потому что... я понял. Я... нет, назад. Ну не так назад, вот так назад, конец хода. Да, перемещение. Ёптель, а я стреляю. Прикольно. Классно. Ага, хорош. А, еще надо вспомнить, что у нас же есть этот. Так, подожди, она стрелять все равно не умеет, поэтому забей. Поэтому я сделаю вот так и атаку сделаю. А я забыл. Это просто бред.
Так, святая магия, простое лечение. Ага. Так, потом вот этот, по-моему, куда-то уходит, да? Я могу еще переместиться. Ага, ёпти, там еще один, а. Так. Угу. Не атака, а магия стихии. Простая вода. Я себя задену, да? Ну давай попробуем. Угу. Так. И ты еще доходишь, ни черта себе. Но следующий ход мага может предмет. Подожди, что у меня есть? Пепел Феникс, Паша совершает целебное средство зелье. Так, нет, не то. Уловки, граждане, грязный прием, атака. Атака только туда. Нет, перемещение. Мы сделаем вот так перемещение. И не атака, а предмет. И зелье. 84. Да блин. Я забыл опять, что на эти он не может делать грязный прием. Я понял. Ах, вот бред. Это кто? А, это вот этот упырь? А, он еще и упрыгал, смотри-ка. Класс. Кло... Через два! Класс! Мне нравится эта игра. Прикольная такая. Хе, а я еще и не могу нормально переместиться, да? А там я его чпокну или нет? Подожди. Ага. Здесь опыта. Прикольно, со спины меня херачит. А, я же мог обойти со спины, я тупой, я забываю это. Так, через решительную атаку мы можем делать два удара. Так, святая магия, простое лечение. Оп, твою мать, у тебя уже 24 хпшки осталось. Угу, это печально. Так, магия стихии, огонище. Так, 10, конец хода. Ага. Ага. Сколько у тебя, подожди, нет, сколько у нее осталось-то, блин, да подожди, сколько у нее? 68, 60, да ёптеля, у них что, 23, вот этого надо убивать. Его не убить пока. Так, 65, 61, да? 68, хорошо. Да ты охерел, что ли, ублюдок? Так.
Да, ёб твою мать. Ну да, классно. То есть через вот эту клетку можно бить, оказывается. Я охуел. Да я понял, что... Ну, дай ты мёж, дай мне показать, кто это будет сейчас ходить. Сколько у тебя хп? 61. 61, а ты? Это вот ты, да? У тебя сколько хп? 23. У тебя 42. То есть если я... У меня две этих ходят, да? То есть я могу это чпоньк-чпоньк. Давай, так ты... Перемещение. 21. Она не умерла еще, правильно? Сколько у нее осталось-то? Подожди. 27. А это еще не умерла, да? А я еще могу сделать перемещение. Класс. Класс. Мимо, а? Сорок, а он сколько там, по 20 отнимает, да? Понял. Ну это да, это такое. Да не, мы уже проиграем на самом деле. Потому что... Просто потому что... А, он еще и последний ходит, лол. Да, надо какую-то нормальную эту тактику, что ли, придумывать. Потому что пока мы вообще отсасываем по полной. У него одно хп, подожди, а у тебя? 42 перемещения. Я же могу через клетку делать? 22, 8 опыта. Это далеко ходит, дальше там кто-то другой. Твою охуеть. Я обожаю эту игру, если честно. То есть он еще, видишь, он еще сможет, короче. А, и зелье я еще не могу, прикольно. И то есть я ничего не могу. Иди ты в жопу. Прикольно. Прикольно. Минус 14 только, да? Кто, подожди, кто ходит на следующую? А, вот этот маг наверху, ёп твою мать, у них же еще раз, два, у них еще 4, 5, мне нужно 5 сделать. Нереально. Да, надо, наверное, было какую-то снарягу покупать. Потому что, ну, так-то невозможно. Наверное, мечная какая-то кислота, не знаю, что.
он до нее наш достает. А, не достает, подожди. Зелье. 22, 53, значит, назад, перемещение. Так, тебя восстановили, теперь тебя... А в смысле? И ты тоже маг? У вас два мага? Вы чё, еб... Так. Да ладно, ё-моё, классно. 3-2. 3-2, но... А подожди, что мне там это дает? Сейчас кто ходит? Сейчас сколько хп? 65? Ну, 7 у него еще. Блин. Так, сейчас, подожди, давай тогда, знаешь, как сделаем? Давай предмет зелья на себя. Да. А зря это сделал, да? Он же докинет своей херней. А, ну он это сделал, это забей. А у меня зелье еще осталось, интересно, или нет? Что-то я забыл. Подожди, предмет. А-а-а! И у меня нету пепел феникса, да? А уловки, крождение, грязный прием, атака только, да, так, а перемещение. 40. До этого я не достаю. Атака. 25 отдыхает. Ну нормально, он открылся, зато жопу себе открыл. А, так а мне это ничего не дает. Хорош. Да, хорош. Да, хорош. Смотри, мы почти справились. Победа. Но мы уже так себе, да, играем? Мы ужасно, на самом деле, играем. Надо бы это, ну, как-то пособраннее, что ли, быть. Или как это называется? Не знаю. Как это называется? Объясните, расскажите. Так, победа. Золото, не золото. MVP, край. Травмы, ну... Так, дальше что? Отлично, Надин. Спасибо, капитан, как вы и говорили, мое обучение уже приносит плоды. Но такие себе, если честно. Если честно, я прожила тем, каких успехов ты добилась за столь короткое время. Но, пожалуйста, называй меня по имени. В поле формальности ни к чему. Да, конечно, Кири. Госпожа капитан, разрешите доложить. Я к вашим услугам. Ты невыносим. Увы, у меня много недостатков, мадам капитан. Ох, лада, кладывай. Тот отряд мы полностью ликвидировали, но на дорогах пока безопасно. Но, по крайней мере, не так опасно, как раньше. Однако ты была права. Этих разбойников, похоже, нанял наш любимый аристократ Альфонс. У их вожака я нашел туго набитый кошелек из лилового бархата, украшенный кружевами. У кого-нибудь еще остались сомнения? Интересно, конечно, но это лишь домыслы. Полагаю, более весомых ули... У тебя нет весомых улик. О, а это слишком хорошо меня знаешь. Я решил, что у нашего маленького лорда не хватит наличного золота на оплату серьезного покушения. И тщательно обыскал вожака разбойников. И вот, в сапоге у него оказался вексель на куда более крупную сумму. Между прочим, подписанный самим Альфонсом. Он здорово рисковал, наверное, он и впрямь ненавидит нас. Отлично, Ронер, если вдобавок громилы подтвердят, что их нанял Альфонс, его вина будет доказана. Ладно, вы двое можете отдыхать, а я буду готовиться к путешествию. Мы отправляемся в храм, который находится рядом с городом Сентил. Или как-то там, или не Сентил, не знаю, не прочитал.
Эй, Ройнер, я не уверен, что поняла все правильно. На самом деле, Кира очень рассержена и обеспокоена. То, что Альфонс убил человека у вас на глазах, а совет его оправдал. Это заставляет усомниться во многом из того, во что мы верим. Но Альфонс теперь избран, а значит, поставлен выше закона приказом совета. Мы ничего не сможем сделать. Сначала я тоже так подумал, но Кир знает законы наизусть. Есть одна поправка, она гласит, что вершитель имеет право на самооборону, и она не приоритетнее всех остальных законов, даже тех, которые связаны с отмеченными. Пустив по нашему следу этих негодяев, Альфонс дал нам юридическое основание привлечь его к суду, несмотря на его статус отмеченного. О, капитан такая мудрая. Дайте мне сундук достать, хорош болтовни. Так вот, почему мы все это время шли в сторону города Сентина. Кири понимала, что лорд направляет туда же и искала способ ему отомстить. Может, нам и поручено следить за соблюдением закона, но Кири превыше всего ценит правосудие. Женщина, которую я знаю, никогда бы такое не простила. Ну ладно, хватит отдыхать, идем к остальным. Да подожди, а дай этот сундук. Ты же мне сказал, что сундук, я могу сундук. Типа тут нет, не могу. Дай сундук, пожалуйста. Закончили. За победу в битвах ваши персонажи получили очки способных, можно подарить на новую жизнь. Навыки способных позволят вашим героям сражаться еще эффективнее. Чтобы сделать это, вроде раздел способных мне ухудшаться. Так, ну смотрите, подождите. У меня главный вопрос-то другой. В другом состоит, подожди. Так. Гильдия. У меня состоит теперь вопрос-то в том, что... Нет, не обнулить уровень. А как... А, подожди, я не так сделал. Так надо сделать. Хочу прикупить что-нибудь. Эй, не гильдия, магазин забыл, да ёпти. Так, магазин. Может быть, здесь что-нибудь мы можем купить? Интересно, да? Примерить и купить. Что мы можем примерить и купить? Ну, теперь, например, тебе. У тебя есть и щит, и меховая шапка, и одежда. Кто-то пусто. Подожди, выбрать спейс. Подожди, нет. Давай-ка назад. Подожди, продолжить. Я уже купил одежду путешественника. У тебя же была одежда путешественника или нет? Подожди. Измени страницу. R, F. Ничего не работает, не понимаю, что. Одежда путешественника. А, легкая броня. То есть, они одинаковые, да? Так а зачем? Нет, я не хочу покупать. Я не купил или купил? Топор. А, у него просто нету, надо в ту гильдию идти. Все, понял. Есть молот, который... Подожди, есть топор, а есть молот. Атака 70 и 5 УЗ. Вот молот, можно ей купить, правильно? Короткий меч, нет. И топор. А, короче, мы отсюда уходим. Отменить покупки. Мы отсюда уходим, потому что здесь ничего интересного нету. Пойдем туда. Вот. У нас там просто есть еще один бой. И хотелось бы, короче, в бой прийти. Хотелось бы в бой прийти уже, так скажем, подготовленными. Значит, есть аксессуарчики. Да, аксессуары у меня нет. Так, аксессуарчики. Пальцы от повреждений. Защита, сопротивление, уклонение дает. Так, кольцо чистоты. Блестящее кольцо. Это кольцо помогает справиться с проблемами зрения. Защита. Ну, не надо. Подожди, топор. Короткий меч и молот. А, то же самое получается, да? Так, подожди. Я молот не беру. Здесь есть что-то. Кулачный щит. И щит. Маленький щит для лучников и фехтовальщиков. То есть, скорее всего... Скорее всего, я не смогу его взять. Аксессуары, полуперчатка, да? Так, хорошо. Кулачный щит, Ага, так, подожди. А вот вместо этого что? А есть бронзовые доспехи. Так, подожди, давай посчитаем.
сопротивление как бы меньше, но защита больше. Да? Правильно я понимаю? Так, теперь ты. Теперь ты. Потайной нож. Так. Арбалет. Потайной нож или арбалет? Но у него 44 атака, так что нет. Одежда путешественника, одежда путешественника. Полуперчатка. Я не знаю. Надо тебе или нет? Пока не надо, да? Хорошо. Теперь ты. У нас молот. Короткий меч. Подожди, молот у нее 70. Короткий меч и топор. Щит. Так. У нее, короче, все круто. Подожди. Ты. Жезл. И есть тоже жезл. Они одинаковые? Они одинаковые. Есть венец. Есть пышная и очень теплая шапка из меха енота. Венец — тонкое бронзовое украшение для волос. Защита и сопротивление. Защита и сопротивление... А почему атака минус? А, потому что я его сюда одеваю, зачем? Льняной или вот так? А льняной что, 30 или... Скорость... Сопротивление дает больше, да? Так, хорошо, ушли. Его вроде как от это самое. Деревянный посох, тоже деревянный посох, то же самое, да? Так, хорошо, пусто, пам-пам-пам. Так, тебе ничего, тебе что, может тяжело? А, вот меховая шапка, хорошо. И у нас только стрелок, да? Блин, я бы на самом деле поменялся, но уже не поменяться. Ладно. Все, да, подтвердить покупки и ушли. Так, теперь мы идем, правильно я понимаю, сюда. Если я пойду в область, то, скорее всего, опять драться нужно будет, да? Так, давай в горный лес пойдем, посмотрим, что в горном лесу у нас происходит. Опа-па, горный лес. Так, победить всех врагов. Ну, собственно говоря, я и не сомневался. Ройнер. Анадин. Кстати, Анадин самый большой молот у нее вообще. Вергил в Попенскую. Ты тоже в Попенскую. А, ты стрелок тоже в Попенскую. Все, да? Значит, начало боя. Погнали. Давай, погнали. Значит, Ройнер вначале ходит, да? Перейти дорогу дикому зверю, дурная примета. Что он там? Он что-то сказал или нет? Всем быть начеку. Вангал очень ловкий и не менее опасный, чем опытный воин. Так. Подожди, а я могу вообще как бы... так, смотри, у них там есть ящик, раз, четыре противника. Это говно там нет, никакого говна. Так, хорошо, тогда... Нет, тогда... Конец хода. Перемещение. Я не увидел, ах ты падла. И Джимми, который он какой-то Джимми. Так. А нет, конец хода пока. Врачеватель, перемещение делаем, а вот сюда вот. Конец хода вот сюда, вот так. Перемещение. Конец хода. Вот так вот. Так, ты у нас перемещение. Конец хода вот сюда. Так, ты у нас конец хода. Вот так вот. Погнали. Так, атака. Я не достану. Нет, тогда конец хода. Вообще бы я поменялся с ним этим. Ничего себе, по 26 фиганул сразу. Прикинь.
Нет, не так. Какое еще обновление? Так, святая магия, простое лечение. Да, да, все правильно. Так, подожди, а я... А, ну да, я смогу выстрелить. Ежели чего. Так, ты искусство войны. Решитель. А, не надо, зачем? Подожди, мы просто атаку сделаем красивую. Ну да, ну да. Так, подожди. Магия стихии, вода. Вода. Вода, давай попробуем вода. 6 всего. Нет, мало. А чё так мало-то, алё? А простой огонь? 9. Подожди, а атака? А, атаку ты не можешь, потому что ты дурак. Так, а предмет? Подожди, камень. 25, давай. Да, хорош. Конец хода. Уловки, кража денег. Атака у нас... 28, но нет, мы можем же сделать перемещение вот так вот, правильно? И сделать атаку. Да, и все, и досвидуси. И досвидуси, да-да-да-да-да. Вот так вот сделаем пока. Так, у нас есть атака. А, чутка не хватает. Подожди, а перемещение? Мы можем перемещение сделать... Вот сюда, правильно? И сделать атаку, правильно? Правильно, да. Так, ну у нас, смотри, у них, я так, подожди, мы же, по-моему, с ними воевали или не воевали? По-моему, вот этот же, он же этот, да? Он же фигачит. Ах ты падла. Рокировка. Я сейчас такую рокировку сделаю, скотина. 43! Ты видал? Святая магия лечения. 64, 54, 70, 42, 74. Подожди, кто ходит там вначале? Это кто? Блин, непонятно. Ладно, давай тебя пока. Так, 29 хпшки тебе подняли, почти полная. Так, я еще могу сделать перемещение? Не могу. В смысле, могу, но не могу. Так. 70. Так, давай-ка сюда сделаем перемещение. Не атака, а искусство войны, решительная атака. Так, 40... 40 он хер фиганул, да? Так. Вот подожди. Магия стихии, простой огонь. Я всех задену, да? 25 это много. Это в смысле, подожди. А как посмотреть-то, сколько у тебя-то хп-то, подожди. Не, потом просто видишь, кто ходит, хоть дальний тот, ага, хорошо. Так, смотри, я делаю здесь перемещение сюда. 33, 34. Мне нельзя, понимаешь, чтобы походил, мне нужно уничтожить 34 у него, потому что он лечилку делает, вот это вот, падла тварь. Тогда, подожди, тогда делаем я даже не могу сделать просто тупо перемещение. Я могу сделать сюда перемещение, например. Так, да, давай, перемещение. Огонь, например. Блин. Ну давай так сделаем. 25. И 4 он мне в ответку дал. Так.
А почему ты двигаешь? Ты же не имеешь права двигать. Алло, братан. Или что? Так, мы должны сделать атаку. Это минус? Минус, все, шикарно. Теперь вот этого нужно сделать. На один предмет масло змеиного укуса. Хорошо. 24 опыта. Так, теперь подожди, теперь перемещение. Блин. Я бы мага туда закинул бы вообще. Так, ну ладно, давай так сделаем пока. Так, атака. Нет, его надо зафигачить. Хорош. Все, он без атаки. 25 опыта, конец хода. Лицом к нему встал. 26. Плохо. Так, теперь наши ходы пошли, да? Так, наши ходы. Но нам нужно открыть то говно. Мы делаем вот так. Искусство войны, решительная атака. Чтоб он откатился. Вот так вот, да, все правильно. Теперь. Конец хода, теперь. Святая магия, простое лечение. Конечно же, конечно же. Так. И перемещение я могу сделать. Вот сюда сделаем. Перемещение. Вот сюда. Искусство войны решительное. На-на! Сколько у него осталось? Ай-яй-яй. У него мало осталось. 29. То, что я и сохранил, да? Так, перемещалку я могу сюда и его чпокнуть только, да? Нет. Подожди, сколько у него хп? Подожди, атака. Сколько у него хп? 56 и 18. Но это труп. Это труп. А вот этот еще пока непонятно. Так, тогда я делаю, подожди, перемещение. Мне нужно до тут добраться как каким-то образом, понимаешь? Магия стихии. Давай огонь попробуем. 27. А, ему сколько? О, по 27. Хорошо. Дайте привет, прошок Шелкана. Опа. А, он же стреляет точно. Так, и атака. 33. Все, он труп. Так, подожди. На один предмет масло змеиного укуса. Хорошо. А, да в смысле победа? Я могу там? Слушай, ну смотри, мы уже, короче, мы типа не лошары, типа, да? Патруль, браконьер, разбойники, дикие звери считают эту своей, да? То есть, типа, мы все равно туда... давай лучше уж в Сентину зайдем, посмотрим, что тут по сюжетке пройдет. Ройнер, я обожаю природу не меньше, чем любой другой вершитель, но напомни мне, почему мы не могли поспать в мягких постелях таверны города Сентина. Завтра к полудню мы обгоним отряд Альфонса, а до тех пор мы не должны привлекать к себе внимание. Понятно? Ты. Тебе точно это нужно. Я понимаю, что мы на стороне закона, но ты толкуешь его как-то слишком буквально. Не удивлюсь, если кое-кто из бессмертных будет недоволен. Да-да, особенно тот, кто порекомендовал сделать отмеченным. Это ходячий кусок дерьма. Вот так вот, жестко. Мы этим занимаемся. Чтобы не случилось, отвечать перед судом, перед советом буду я. Ладно, если нужно, пусть будет так. Капитан Кири, наверное, это какая-то ошибка. Может, писец что-то напутал? Я могу поверить, что совет назначил лорда Альфонса кандидатом в бессмертные. А если в самом деле его выберут? А мне даже думать об этом страшно. Не думаю, что это ошибка, слишком уж удачное совпадение для нашего лорда. Нет, это сделано сознательно. Интересно, что все это значит. Подобные мысли ничем хорошему не приведут. Мы обязаны следить, чтобы все уважали закон. А мотивы бессмертных не наше дело. Верно, и все же любой, у кого есть глаза, видит, что в последние годы жизнь становится все хуже. Вершители безнаказанно уклоняются от своих обязанностей, по стране бродят шайки разбойников, а простые люди остаются без защиты. Ты же знаешь, что каждый вершитель действует сам по себе и отвечает только перед советом, тут мы ничего не изменим. Мы можем позаботиться, чтобы в совет бессмертных не попадали бесчестные убийцы и другие недостойные кандидаты.
Хорошо сказано. Но я не верю, что поимка Альфонса приблизит нас к этой цели. Насколько я понимаю, отмеченные нередко погибают или исчезают во время паломничества. И чаще всего в этом замешаны другие отмеченные. Как бы то ни было, я лично видел преступление Альфонса. Я не оставлю это дело на произвол судьбы. Особенно теперь, когда закон однозначно на нашей стороне. Вы долго кивать будете, а? Эй, Ронер, котел уже давно кипит, а запах? А, да, вам повезло, сегодня вы попробуйте мою охотничье рагу. Рецепт придумал я сам. Секрет в том, чтобы сконцентрировать различные вкусы. Подходите поближе, я расскажу вам все об этом блюде. Ну вот, начинается. Так, а нам нужно добраться до храма в Нагоре. То есть у нас Гентор, да? А сколько времени вообще прошло с момента... Нормально, да, времени? Ребят, давайте на этом серию я закончу. Продолжим с этой точки. Дальше пройдемся по... И по следующей серии уже 4 точки пройдем и посмотрим, что там уже будет. Ребят, всем спасибо за просмотр. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Леша Мэг. Всем пока!